товарищи! Нам предстоят тяжелые классовые бои в борьбе за советскую власть. Советская власть миллион раз демократичнее самой демократичной буржуазной республики. Да здравствует советская власть! Да здравствует власть трудового народа! Под яркие крики плакатов, под багровый зов из знамен родился порыв крылатый, проводов телеграфных звон! Левой! 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 Трубы ветра гремите, бешеный близок бой! Тысячи гневов митинг спутал в один клубок! Тысячи гневов митинг спутал в один клубок! Пред бурном воздухе станет острых взрывных слов. Вот, наконец, восстание! Тысячи ног пришло! Напряглись мы сели в борьбе, ярость крови знамен полощет, серый хмур небес, ярость крови знамен полощет, серый хмур небес. Пред бурном воздухе станет острый взрывных слов. Мы созваны, где вы там? Время выдать по щитам! Мы созваны, где вы там? Время выдать по щитам! Прибыли, а правительство их поддерживает. Вместо
того, чтобы делать все для сохранения существующих и создания новых рабочих мест. Правительство и капиталисты прибывают с кризисом и сталкивают рабочих на улицу. За последние 2 месяца в Израиле было уволено около 83 тысяч рабочих государственных и частных предприятий, что составляет 7,5% населения Израиля. Товарищи, пришла пора проснуться, отбросить иллюзии и начать борьбу. Необходимо объединить и координировать свои усилия с рабочими других предприятий. Мы призываем рабочих всех предприятий в совместной борьбе за интересы.